Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о лошадях. Что мы знаем о них? Во все века, с глубокой древности и до наших дней, поэты, художники, скульпторы отдавали должное лошадям, воспевая их в стихах, изображая на картинах в мраморе, бронзе и чугуне. Яркие страницы с описанием лошадей мы находим в десятках, сотнях книг отечественных и зарубежных авторов. «Холстомер» Льва Толстого, «Изумруд» Александра Куприна, «Мустанг» и «Находец» Эрнеста Сеттон Томпсона и многие другие. «Росинант» был конем Дон Кихота Сервантеса, а «Плотва» была верной спутницей ведьмака Геральта из саги Анжея Сапковского «Ведьмак». Да и что бы делал без конька-горбунка Иванушка, герой сказочной поэмы Петра Ершова? Ни перо жар птицы бы не добыл, ни другие задания коварного царя не выполнил. Образы лошадей запечатлены и в изобразительном искусстве. Первые рисунки лошадей и многих других животных сделаны древними художниками еще за несколько тысяч лет до нашей эры на скалах. Такие наскальные изображения, высеченные или нарисованные, встречаются во всех частях света. За сотни лет до нашей эры лошадей изображали на монетах в Древней Греции, Фракии, Македонии, на острове Сицилия и в Карфагене. Лошади увековечены даже в шахматах. Много столетий тому назад в числе шахматных фигур были лев, тигр, птицы и кони. В 16 веке лев уступил место королю. Тигры ферзям, птицы ладьям. И только конь, извечный друг и помощник человека, остался в шахматной игре на своем месте. Художниками нашего летоисчисления во всех странах мира созданы десятки тысяч рисунков и обширных полотен, на которых изображены лошади в самых различных видах. Лошади увековечены на государственных гербах и флагах целого ряда стран. Не обошли своим вниманием лошадей и скульпторы. В Древней Греции, в Древнем Риме и в других странах уже более 2000 лет тому назад были созданы замечательные произведения, посвященные лошадям. Их число значительно возросло в эпоху Возрождения, а затем и в наше время. Многие знают, что лошади долгие годы рядом с человеком. С лошадьми многие знакомы с детства. Кто-то видел ее в поле, на свободном выпасе, или катался в телеге, запряженной лошадью. А кто-то катался на ней в квартире, вспоминая сейчас стихи Агнии Барто. «Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости». С эстетической точки зрения для многих лошадь – одно из самых красивых созданий природы. Разве можно не залюбоваться красивой головой, гордо посаженной на гибкой, почти лебединой шее? Темными, выпуклыми, как бы бездонными глазами, правильными линиями груди, спины и крупа, стройными, тонкими, высокими ногами. А сколько грации и изящества, когда они мчатся в свободном беге. И как не поговорить о таком животном, как лошадь? Как, когда она появилась рядом с человеком? И если они в дикой природе? Это интересно. Поехали! И начнем мы с того, как лошадь появилась на планете Земля. Эволюция лошадей подробно изучена по ископаемым из Америки, относящимся ко всем периодам кайнозойской эры. В течение этого времени Америка была населена разнообразными млекопитающими, похожими на лошадь, но все они вымерли до открытия Америки европейцами. И для начала нам необходимо отправиться на 55 миллионов лет назад, в эпоху эоцена, палеогенового периода. И именно тогда во влажных и густых лесах Америки жил Эогипус, Эохипус, как называют его другие ученые, или Геракотерий, как называют его третьи. Ни ростом, ни аркообразной спиной, ни длинным хвостом этот зверек не напоминал лошадь. И уж, конечно, у него не было копыт. Были пальцы. По 4 на передних и по 3 на задних лапах. И зубы у него были совсем иные, приспособленные не для перетирания травы, а для щипания и перетирания листьев молодых побегов. В отличие от лошади, у него был гибкий позвоночник. Он мог поворачивать. Геракотерий не скакал, он бегал. По сравнению с лошадью, он был крошечным и уязвимым животным.
нуждавшимся в укрытии. И в тропиках он был на своем месте. Около 50 миллионов лет назад из гирокотериев выделился род Арагипус. Прежде всего изменились конечности и зубы. Арагипус предпочитал более твердую растительную пищу. Имел 15 пар ребер, маленькую гриву. Хвосты, обросшие редкими волосами, развивались на воздухе. 3 миллиона лет спустя арагипусы эволюционировали в новый род – эпигипус. Тем временем климат существенно изменился, в Северной Америке стало засушливее, леса сократились, уступая место открытым саваннам. Это было ключевым событием в эволюции лошадей, так как они были вынуждены приспосабливаться к новым условиям. Они стали крупнее, что позволяло им быстрее передвигаться, а также полностью переключились на травяную пищу. 40 миллионов лет назад сформировался довольно интересный род мезогипус. Они были приспособлены к жизни на открытых просторах, однако большую часть времени проводили и в лесах. Передвигались рысью, что свойственно и современным лошадям. Мезогипусы были значительно меньше современных лошадей. Они были размером с волка. Они не имели копыт. На каждой конечности было по 3 пальца, причем центральный был больше остальных. Коренные зубы мезогипусов были лишены цемента. Высота в холке у этой лошади была около 60 сантиметров. Спина более не была выгнутой, как у ее предков, а ноги, шея и морда стали длиннее. Изменилось также строение его копыт. Увеличился размер мозговых полушарий. Именно на этом этапе лошади начинают утрачивать камуфляжную окраску. Она сохраняется только на крупе. Сменилось еще несколько форм предков дикой лошади, пока наконец не появился гипарион. Это были уже довольно крупные животные, имевшие уже некоторые признаки лошадей. Однако копыт у гипарионов еще не было. Гипарионы были очень многочисленны. Появились они, как и другие виды в Америке, а потом через Аляску и перешеек Берингию, который тогда соединял Америку и Евразию, проникли в Европу, Азию и даже Африку. До сих пор не решен вопрос, являются ли гипарионы прямыми предками лошадей, или это боковая ветвь. Так или иначе, они уже были ближе к современным лошадям, чем кто-либо. А примерно 5 миллионов лет назад появились однопалые лошади – плеогипусы. На Земле снова начали меняться природные условия. В саваннах, где в изобилии жили гипарионы, сильно увлажненная почва, на которой произрастали сочные растения, сменилась сухими степями. Гипарионы стали вымирать, вытесняемые однопалыми лошадьми. И однопалая лошадь победила именно своей однопалостью. Она была лучше приспособлена к существованию и быстро заселила Европу, Азию и Африку. Так, рядом постепенных перемен, мы доходим до однопалой лошади от форм, опирающихся на землю, 3 почти плотными насквозь костяными цилиндрами. Мы переходим к формам, у которых эти 3 тонкие плотные цилиндра заменяются одной полую внутри трубкой, то есть самым выгодным приспособлением, сочетавшим легкость и дешевизну питания с большой крепостью. Последние изменения происходили с лошадьми в восточном полушарии. В Америке тоже были лошади, причем мир их был очень разнообразен, от карликов до великанов, от легковесов до тяжеловесов. И вдруг это произошло примерно 13 тысяч лет назад, когда кончилось последнее оледенение, все лошади исчезли, вымерли. Ни в Северной, ни в Южной Америке не осталось ни одной лошади или животного, сколько-нибудь на нее похожего. До сих пор идут споры у ученых, каковы были причины такой биологической катастрофы. В прошлом веке палеонтологи грешили на климат. В этом мнения разделились. Ученые обнаружили первое однозначное свидетельство того, что представители древнеамериканской культуры, кловис, активно охотились и могли вызывать их вымирание. Мы очень мало знаем об этих первых людях, но есть прямые свидетельства того, что они были искусными охотниками. Люди охотились на животных, которых сегодня трудно себе представить. Среди них мамонты, гигантские наземные ленивцы, крупные черепахи, верблюды, саблезубые тигры и, конечно же, лошади. Через много лет в Америку прибыли уже далекие потомки Агипуса, настоящие, давно одомашненные.
одомашненные лошади. Но это уже другая история. А гипотеза того, что лошади произошли именно на территории Южной и Северной Америки, на данный момент опять-таки оспаривается. Ведь наука не стоит на месте. И, возможно, палеонтологи до этого плохо копали. Группа палеонтологов из университета Джонса Хопкинса выдвинула новую теорию происхождения непарнокопытных. Во время раскопок в Индии они нашли 350 окаменелостей, принадлежащих неизвестным существам. Но спустя 15 лет исследований им удалось собрать полную картину. В 2018 году ученые выявили, что окаменелости принадлежат камбайтериям, вымершим родственникам пересодактилей, непарнокопытных млекопитающих, в том числе носорогов, лошадей и тапиров. Окаменелости датированы ранним эоценом – 54,5 миллиона лет назад, что делает их немного моложе самых старых известных окаменелостей, принадлежащих отряду непарнокопытных. Дело в том, что в то время Индостан был не полуостров, а остров. Примерно 90 миллионов лет назад он отделился от Мадагаскара и южного суперконтинента Гондваны, а затем в течение 35 миллионов лет двигался в сторону Азии, с которой столкнулся в начале эоцена, примерно 55 миллионов лет назад. Соответственно, из других регионов Земли камбайтерии вряд ли могли попасть на территорию будущей Индии, так как ранее она была изолирована от всех остальных континентов. Ученые считают, что это один из самых убедительных аргументов в пользу того, что предки лошадей и остальных непарнокопытных животных появились именно на этом осколке Гондваны. Оставляем ученых спорить, а сами перейдем непосредственно к непарнокопытным. Непарнокопытные на планете Земля представлены тремя семействами. Это из 12 доживших до наших дней. Лошадиные, тапировые и носороговые. О тапирах видео было, о носорогах будет, а сегодня лошади. В семействе лошадей 9 современных видов. Это дикая лошадь, кианг, кулан, дикий осел, домашний осел, горная зебра, пустынная зебра, бурчелова зебра и домашняя лошадь. И хотелось бы узнать, как же появилась именно домашняя лошадь? Кто был ее первоначальный предок? Не могла же она просто быть? На самом деле, сей факт неизвестен, и до сих пор ведутся споры. До недавнего времени предками домашней лошади считали ее диких родичей – кулана, лошадь Пржевальского и тарпана. Раньше думали, что были и другие предки у домашних лошадей, но потом остановились на трех. Кулан. А почему бы и нет? Он похож на лошадь во многом. Он красив, стройный, поджарый, мускулистый. Правда, несколько великовата голова. Но это его не портит. И уж совсем не мешает мчаться по степям, пустыням, горным тропинкам. Он неприхотлив, питается сухой травой летом и мерзлой, доставая ее из-под снега зимой. Это, кстати, типичный признак лошади. Даже научное название домашних лошадей – кабо – произошло от латинского слова «кабалус», что означает «копаю». Он смел, если убегает, то не от трусости, просто это способ защиты для него более надежный. Но если выхода нет, бесстрашно бросается на врага, пуская в ход зубы и очень крепкие копыта. В поведении кулана есть многое, что заставляло ученых считать его прямым предком домашней лошади. Однако есть и признаки, отрицающие это. В частности, строение черепа и то, что кулан трудно приручается. И, наконец, потомство. От лошади и кулана жеребята появляются, но эти помеси сами потомство не дают. Так что о выведении какой-то породы или разновидности не может быть и речи. Кулан отпал. Остались лошадь Пржевальского и тарпан. Ряд ученых считали, что в происхождении домашних лошадей в той или иной степени участвовали и лошади Пржевальского. Основания для такого мнения имелись. Среди предков домашней лошади выделяются два типа – легкий тонкостный и более крупный и тяжелый. Считалось, что ко второму типу и имеет отношение лошадь Пржевальского. Однако советский ученый Вера Громова, крупнейший знаток истории лошадей, на основании тщательных исследований доказала, что лошадь Пржевальского не имеет отношения к современным лошадям, хотя и является близкой родственницей. Впоследствии это мнение подтвердил и хромосомный анализ. У лошади Пржевальского оказалось 66 пар хромосом, а у домашней 64. Остался тарпан.
Правда, современные зоологи склонны считать всех диких лошадей, живших в Евразии, представителями одного вида – тарпана, а лошадь Пржевальского – лишь азиатский вид того же тарпана. Но обычно, все-таки говоря о тарпанах, имеют в виду диких лошадей, живших в степях Южной и Западной Европы. Водились они в Крыму и в Прибалтике, в Украине, в Поволжье, на Дону и в Приуралье. И всюду их не любили местные жители. Тарпаны травили посевы и съедали заготовленные людьми на зиму сено для домашних животных. Уводили с собой, отбивая от стада домашних лошадей. Надо ли говорить, что тарпанов старались уничтожить всеми доступными средствами? И тарпан исчез. Дольше всего тарпаны сохранились в степях Украины. Там они дожили до середины 19 века. Но в 1879 году, по странному совпадению, в том же году, когда была открыта лошадь Пржевальского, погиб последний вольный тарпан. И тем не менее, тот, кто бывал в заповеднике Беловежская пуща, мог видеть небольшую, мышастого цвета, с типичной для диких лошадей стоячей гривой лошадку. Тарпана? Да, тарпана. Значит, они сохранились все-таки на земле. Нет, правильно будет сказать воскресли. Конечно, воскресли, как и погибли, с помощью людей. В конце прошлого века в имении панов Замойских был довольно богатый зверинец. Среди прочих животных в нем содержались и тарпаны. Неизвестно по каким причинам, но в 1908 году хозяева зверинца решили раздать 20 тарпанов крестьянам. Видимо, привыкшие к людям, не рвавшиеся уже на свободу, тарпаны быстро приручились и стали хорошими помощниками в крестьянском труде. От этих тарпанов появилось многочисленное потомство, в котором были рассеяны по крупицам признаки диких лошадей. В 30-е годы прошлого века на польской стороне Беловежской пущи решили популяцию диких лошадей восстановить. Ученые вывели новую породу – польский конек. Это тарпановидные лошади. Луц Хек и его брат Гейнс, директор Мюнхенского зоопарка, стали вести работу по восстановлению тарпанов почти одновременно с поляками. Много трудностей было на их пути. И не только научных. Война, гибель животных в Берлинском зоопарке и другие. И тем не менее успех был достигнут. Была восстановлена примитивная дикая лошадь. Она родилась, как ни один человек не надеялся ее увидеть. Все случилось, как в волшебной сказке. С тарпаном вроде бы разобрались, хотя белых пятен предостаточно. А кто же все-таки из людей ее одомашнил? И тут до недавнего времени было все непросто. Если с Америкой было все понятно, то Евразия огромна, и на место родины первых домашних лошадей одновременно претендует Центральная Азия и конкретно поселение Батай на севере Казахстана, родина батайской культуры, различные поселения на Пиренейском полуострове и в Анатолии. Неясно, была ли лошадь одомашнена единожды или одомашнивание происходило неоднократно. Другими словами, ученые затрудняются сказать, произошли ли все современные домашние лошади от одной одомашненной популяции или же представляют смесь потомков разных лошадей, одомашненных в разное время и в разных местах. Ответить на все эти вопросы разом попытался интернациональный коллектив ученых, включающих 162 исследователя из 30 стран, в том числе Франции, Германии, США и России. Ученые проанализировали геном рекордного на данный момент числа древних лошадей – 264 животных, живших от 50 тысяч до 200 лет до нашей эры на Пиренейском полуострове, в Малой Центральной Азии, а также в степях Западной Евразии. Помимо этих 264 геномов, последовательность которых была установлена впервые в новой работе, были исследованы и опубликованы ранее последовательности геномов 10 современных и 9 древних лошадей. Благодаря им выяснилось положение лошадей из поселения Батай, которые до сих пор считались самыми древними представителями домашних лошадей в мире. Поселение Батай – археологический памятник на юге и северо-казахстанской области Казахстана, датируемых 3700 годами до нашей эры. Оказалось, что хотя наиболее древние из одомашненных лошадей были найдены действительно там, для современных лошадей
они оказались лишь дальними родственниками. При этом батайские лошади оказались близкими родственниками лошади Пржевальского. Так что лошадь Пржевальского, хоть и является предком одомашненной лошади, но не современной, а древней, потомки которой до наших дней не дожили. Основываясь на исследованиях геномов и степени родства древних лошадей, живших в разное время в разных частях Евразии, исследователи реконструировали историю расселения домашней лошади. Так одомашнена она была в Западной Евразии, скорее всего в низовьях реки Волги и Дона, 3500 лет до нашей эры. И сделали это, скорее всего, представители так называемой ямной культуры, существовавшая в конце медного, начале бронзового века на юго-восточной европейской равнине. В 2200-2000-х годах до нашей эры лошади распространяются, при участии людей, конечно, к западу. Появляются в Богемии, запад современной Чехии, Малой Азии и низовьях Дуная. Дальнейшее распространение домашних лошадей затронуло Западную Европу и Монголию, где они появились 1500 лет до нашей эры. Но задолго до того, как лошадь стала домашней, то есть стала служить человеку, она его кормила. Первобытный человек не делал различия между парнокопытными и непарнокопытными. Мясо диких быков, оленей, лошадей одинаково годилось для еды. Впрочем, во многих странах, особенно в странах Азии и Африки, до сих пор употребляют в пищу конское мясо. Некоторые ученые считают, что все могло начаться с приручения жеребят, пойманных охотниками и отданных ребятишкам для игры и забав. Может быть и так. Есть предположение, что молодых лошадей приводили плененными и оставляли про запас, как живые консервы, а лошади тем временем привыкали к человеку. Человек же по каким-то причинам не убивал их. И так постепенно лошадь одомашнилась. Сомнительно, но поскольку у нас нет никаких фактов ни за, ни против, отрицать этого мы не имеем права. Безусловно, тут сыграл роль то, что лошади – животные стадные. Но вот каким образом это помогло их приручению, пока не ясно. Есть еще один не очень понятный вопрос. Некоторые ученые считают, что домашнивание лошади совпадает с началом кочевничества людей. А ведь кочевая жизнь не упрощает, а напротив усложняет процесс приручения. Но так или иначе, лошади начали одомашниваться в 4000-летии до нашей эры. И затем лошадь двинулась в путь. Двинулась, конечно, вместе с людьми. Люди назывались индоевропейцами или ариями. Они были ближайшими родственниками славян и германцев, греков и хетов, романских народов и других. Долгое время вокруг прародины индоевропейцев велись ожесточенные споры. Сейчас установлено, ею была территория, простиравшаяся от Балкан и Дуная до Урала. Именно здесь проживали различные племена, которые мы называем индоевропейскими. Начали распространяться они по Азии и Северной Африке, примерно в начале 2000-летия до нашей эры. Но это, так сказать, массовое переселение. В отдельных случаях некоторые племена индоевропейцев или какая-то часть племен переселились, возможно, и гораздо раньше. Конечно, индоевропейцы переселялись вместе с лошадьми, и попадая в страны Востока, лошади сравнительно быстро начали занимать одно из ведущих мест среди животных этих стран. В Индии лошадь появилась вместе с ариями примерно во 2000-летии до нашей эры. Во всяком случае, никаких сведений о существовании там лошадей до прихода ариев не имеется. Это же относится и к Египту, где она появилась примерно в то же время, что и в Индии, может быть немного позже. По одним предположениям, лошади попали туда из Азии, по другим были завезены племенами гиксосов, живших в долине Нила. Правда, есть сведения, что и до гиксосов египтяне имели лошадей. Хотя и немного, видимо, они очень высоко ценились и принадлежали только весьма знатным людям. В Америку лошади попали сравнительно поздно, не считая того, что это была их родина. Испанские конкистадоры вернули лошадей в Америку. В 1519 году Фернандо Кортес привез с собой 16 лошадей, когда он плыл из Гаваны для завоевания Мексики. Де Сото доставил более 200 лошадей, когда он высадился во Флориде в 1539 году. Еще больше этих животных было с ним, когда он двигался по реке Миссисипи в 1541 году. А Коронадо, исследовавший юго-запад, в это же время имел в своей экспедиции более 1000 лошадей.
По тем или иным причинам они уходили в прерии, дичали и на протяжении столетий размножались на воле. Так и появились в прериях табуны диких лошадей, которых прозвали мустангами. Вплоть до 19 века поголовье мустангов было многочисленным. Еще в 1903 году в американских прериях насчитывалось около 2 миллионов диких лошадей, но потом постепенно их истребили или одомашнили. А в Австралии первые лошади появились в 1788 году. Они были привезены на материк поселенцами из Англии при помощи кораблей. В путешествие были взяты только самые сильные кобылы и жеребцы, потому что транспортировку на большие расстояния могли пережить далеко не многие. Со временем часть из них по разным причинам оказались в дикой среде и быстро размножились. Дело дошло до того, что сегодня по австралийским землям, в отличие от Америки, скачут тысячи этих созданий и уже угрожают популяции некоторых австралийских эндемиков. Власти ищут гуманные способы контролировать их численность. Да и название у них не мустанг, а брамби. И во все времена лошадей почитали. Они становились воплощением богов и вместе с тем покровителем вождей, символом их могущества. Всюду, где были лошади, всюду им поклонялись. Всюду, где они появлялись, сразу занимали почетное, если не ведущее место среди богов. Поклонение коням, признание их божественности было свойственно, если не всем, то почти всем народам Востока. Есть косвенные доказательства того, что ассирийцы, жители древнего государства, находящегося на территории теперешнего Ирана, содержали даже священных лошадей в парках при храмах и поклонялись им. Но особенно почитались на Востоке белые кони, а среди них так называемые нисейские – высокие, сильные, элегантные. Этих коней, которые разводили в некоторых районах Ирана и Средней Азии, иранцы считали непосредственной собственностью богов. На земле же единственным владельцем их мог быть только царь, ибо эти кони были одним из 7 его сокровищ. И не случайно, когда Ксеркс возглавил поход персов в Грецию, впереди его войска шли 10 священных белых лошадей. Затем ехала колесница, запряженная белыми лошадьми, пустая, так как теоретически она предназначалась для бога. И только потом Ксеркс в колеснице, опять-таки запряженной белой лошадью. Правда, все это не помогло. Греки тогда разгромили персов. Но почитание белой лошади от этого не стало меньше. Желание обладать такими лошадьми было столь велико, что из-за них нередко начинались войны. Известно, что китайские императоры не раз затевали походы на запад, в Среднюю Азию, чтобы увести небесных лошадей. Ибо, как считалось в древнем мире, они давали бессмертие императору и могущество державе, которой он правил. Священные или посвященные богам белые лошади были и у славян. В языческом святилище Арконе, находившемся в Балтийском море на острове Рюген, жил белый конь, на котором никто не должен был ездить, потому что он принадлежал богу Световиту. Но, пожалуй, один из самых ярких культов лошади был в Древней Греции. Греки узнали лошадей, видимо, раньше, чем арабы, и заслугу их приручения и одомашнивания, как, впрочем, и других животных, ставших служить человеку, они приписывали Прометею. Но, видимо, еще до возникновения мифа о Прометее, греки почитали богиню плодородия, которая представлялась им в облике кобылицы. В Древней Трое на торжествах в честь божества грозы вокруг города возили огромное изображение лошади, воплощение этого бога. Видимо, этот обряд и послужил основанием для создания мифа о троянском коне. Несколько позже лошадь в Греции перешла к одному из главных богов, бога моря Посейдону. Конечно, странно, что сухопутное животное посвящено богу вод, однако греки считали лошадь морского происхождения. О лошадях-богах, об участии лошадей в различных перипетиях Олимпа и его обитателей, о важной роли этих животных греки сложили немало легенд. Можно вспомнить и крылатого коня Пегаса, и человека-коней кентавров. Не ушли кони из мифологии позже, когда богов уже начали представлять в человеческом облике. Они обязательно были посвящены какому-нибудь богу и являлись его спутниками или помощниками.
лошадь в той или иной степени была почитаемая у всех народов, знавших ее. И, конечно же, не случайно, ибо роль и значение ее в жизни людей переоценить просто невозможно. Во все века, во все эпохи воспевали лошадей. Их стать, их внешность, их силу, быстроту, изящество, ум, нрав. Сколько книг и поэм посвящено лошадям, сказать просто невозможно. Сколько замечательных писателей вкладывали душу и весь свой талант в описание лошадей. Тоже трудно перечислить. Библиотека не научной, это само собой, а художественной литературы. Если собрать все, что написано о лошадях, была бы колоссальной. И все самое лучшее, что сказано о лошадях, все правда. Все самые красивые слова, обращенные к лошадям или отнесенные к ним, все правильно. Но несмотря ни на что, во все времена люди шли к своей цели, а животные становились орудием и жертвой, которая не может себя защитить. Пришедшие в первом тысячелетии до нашей эры Средней Азии кочевые народы завоевали государства Ближнего Востока исключительно только с помощью конницы. В то время породы прекрасных, легких, сухих, быстроаллюрных верховых лошадей разводили в Хорезме, Бактрии, Парфии, Мидии и Иране. Именно из этих стран черпали в течение тысячелетий племенной материал верховых лошадей многие народы мира. Огромная империя Чингисхана и его потомков была завоевана на невысоких коренастых лошадях. Монгольская порода с тех пор не изменилась. Средний рост такого скакуна составляет всего 1,20–1,40 м в холке. Большинство специалистов отмечают внешнее сходство этих степных коней с лошадьми Пржевальского, хотя гривы и хвосты их диких сородичей намного короче. Чистокровные арабские скакуны тоже существенно не изменились со времен великих завоевателей. Они отличаются резвостью и особой статью. Эти лошади среднего роста, около 1,55 м в холке, имеют сухое сложение, тонкие ноги, вогнутые небольшие головы, красивые лебединые шеи, большие глаза. Масть у них чаще серая, хотя встречаются гнедые, рыжие и вороные кони. Существенное влияние на селекцию породы оказал засушливый климат Аравийского полуострова. На чрезвычайно резвых и выносливых скакунах воины-арабы совершали не только молниеносные атаки, но и длительные переходы, наводя ужас на врагов своим внезапным появлением. В античных рабовладельческих государствах, Древней Греции, Риме, лошади еще не использовались на сельскохозяйственных работах, но уже использовались под седлом и в колесницах во время спортивных соревнований и в военных сражениях. При феодальном строе лошади в Европе и Азии играли особенно большую роль в военном деле. В связи со спросом на лошадей для тяжело вооруженных рыцарей, в Западной Европе начался процесс укрупнения и утяжеления лошади. На сельскохозяйственных работах и в транспорте лошадей в Европе стали использовать лишь в 11-12 столетиях. После изобретения пороха и столкновений в европейских войнах с легкой подвижной конницей восточных народов в Европе возник спрос на легкую, быструю, с хорошим галопом верховую лошадь. Уже во время крестовых походов сюда стали завозить восточных лошадей. В результате использования восточных жеребцов в Англии была выведена чистокровная верховая лошадь, а в Европе создано много полукровных пород лошадей. Первая курьерская служба с использованием лошадей была создана потомком Чингисхана, ханом Чубилаем. Для этой службы отбирали самых лучших лошадей, которые обладали высокой скоростью и отличной выносливостью. С их помощью была налажена быстрая и качественная перевозка грузов, товаров, различных посланий и донесений по всей империи. Позднее по всему миру распространилась эта идея использовать лошадей в почтовой службе. А кто не слышал поговорку «все дороги ведут в Рим»? И лошади тут как тут. Она означала очень простую вещь. По любой из римских дорог, в конце концов, можно было добраться до столицы римского государства. И именно дороги объединяли огромные пространства империи, порой еще только завоевываемых римскими легионами стран. В каждой новой провинции римляне сперва строили именно дороги, и после этого вдоль них возникали новые города и другие селения, обустраивались торговые площадки. Вдоль дорог также строились склады, постоялые дворы, почтовые станции. Последние размещались через каждые 10-15 километров, чтобы гонец мог на ней сменить лошадь и быстро домчать донесение до адресата.
а через каждые 30-50 километров располагалась большая станция, на которой можно было отдохнуть и выспаться. Благодаря этой налаженной системе срочные известия передавались со скоростью до 80 километров в сутки. Самое широкое распространение почтовые дилижансы получили в конце 18-го – начале 19 века. Они пользовались большой популярностью, так как были гораздо быстрее обычных пассажирских средств передвижения. И лошади, которые везли дилижансы, отбирались самые стойкие и резвые. Возможно, мы не всегда отдаем себе отчет, но поездки в седле или повозке оставались основным способом передвижения по суше до 20 века. И до сих пор мощность двигателей измеряется лошадиными силами. Длительное, широкое, разностороннее использование лошадей привело к определению их рабочих качеств, которые характеризуются многими показателями. В их числе сила тяги, величина работы, скорость движения, мощность и выносливость. Силой тяги или тяговым усилием лошади называют силу, с которой она тянет повозку, плуг, барану, сеялку, преодолевая их сопротивление передвижению. Сила тяги лошади выражается в килограммах и составляет примерно 13-15% ее веса. Для определения мощности лошади принята условная единица измерения – лошадиная сила. Эта единица появилась в конце 18 века вместе с развитием паровых машин. Именно в то время при замене живой тяги механической тягой возникла потребность в сравнении работоспособности парового двигателя и лошади. Началось проведение соответствующих опытов. Один из первых таких опытов произвел английский пивовар, купивший паровую машину, чтобы качать воду для своей пивоварни. Раньше эту работу выполняла лошадь, ходившая по кругу. Пивовара заинтересовало, действительно ли купленная им дорогая машина может заменить лошадь. И он приказал измерить работу лошади, определить, сколько воды она накачает за день. Целый день лошадь ходила по кругу, безжалостно погоняемая кнутом. А потом провели подсчет, показавший, что лошадь в среднем за каждую секунду поднимала 75 килограммов воды на высоту 1 метр. Машина оказалась сильнее. Бурное развитие городов, промышленности, интенсификации земель в 18-19 столетии обусловили потребность в крупных и сильных лошадях. В результате и были выведены различные породы лошадей-тяжеловозов. В Англии в 18 столетии появились шайры, клейдесдали. В следующем столетии во Франции были выведены першероны, а в Бельгии – арденны и брабансоны. Также использование лошадей на различных работах требовало внимательного отношения к сохранению их копыт. Для предупреждения сильного стирания и повреждения копыт, а также от скольжения, в зимнее время лошадей принято подковывать. Древние римляне надевали на ноги своих лошадей кожаные ботинки с железными каблуками. Позже, в 6 веке до нашей эры, вели ковку лошадей. Существует предание, что на конюшнях римского императора Нерона содержалось несколько тысяч лошадей, которые носили серебряные подковы. А супруга императора приказала отлить для своих любимых коней даже золотые подковы. После распада Римской империи подковы были забыты, и лишь в 10 веке они вновь появились в странах Европы. Тяжеловесы были, но в последнее время в некоторых странах проявился интерес к выведению наоборот миниатюрных лошадок. Конечно, они значительно крупнее, чем сказочные лошадки жителей Лилипутии, описанные Джонатаном Свифтом в книге о путешествиях Гулливера. Но в сравнении даже с шотландским пони, это настоящие карлики. Один аргентинский фермер вывел крошечных лошадок ростом с собачку, их высота 60 сантиметров, а весом 25 килограммов. Лошади-малютки приобрели популярность, и спрос на них постоянно растет. Хороший знаток лошадей Куприн писал: «Лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктами и физиологическими чувствами. Слышит лошадь лучше кошки, обоняет тоньше собаки, она чувствительна к ходу времени и перемены погоды, нет ей равного на земле животного». Конечно, писатель несколько преувеличил способности лошади. Тем не менее, они обладают великолепным слухом и прекрасным обонянием. Неплохо различают вкус и качество кормов, умеют различать цвета предметов, обладают очень хорошей памятью, способностью к обучению и целым рядом других качеств и достоинств. Обоняние и слух у лошадей
поистине великолепны. Благодаря этому лошади не раз выручали из беды своих хозяев, а иногда помогали и другим людям, попавшим в беду. Известны случаи, когда лошади обнаруживали по запаху людей, занесенных во время бурана снегом. И слух у них очень хороший. Своими подвижными ушами, как безотказными локаторами, лошади улавливают ничтожные по силе звуки и сразу поворачиваются в сторону их источника. Лошади в этом отношении превосходят людей. Верхняя граница слуха у них достигает 40 кГц. Более высокая восприимчивость у них и к инфразвукам. Несмотря на тонкий слух, лошади, как и другие животные, могут отвлекаться и порой не различают знакомых им звуков, особенно если они раздаются внезапно. Это следует учитывать людям, работающим с прирученными и домашними животными. В частности, к животным нужно подходить так, чтобы они слышали знакомого человека и видели его. Если же подойти неслышно сзади и сразу заговорить, то животное может испугаться и броситься на человека. При обращении с лошадьми нужно придерживаться такого правила. Сначала нужно окликнуть лошадь, а затем уже подходить к ней с той стороны, в которую она повернула голову. Иначе, не видя человека, лошадь может от внезапности ударить его копытами. Как говорится, бойся корову спереди, коня сзади, а дурака со всех сторон. Эта пословица довольно точно и метко показывает, как могут защищаться корова и лошадь от врагов, и от кого защита бесполезна. У коровы есть острые рога, хотя они тоже могут лягнуть. У лошади, как мы заметили, рога отсутствуют, но зато они научились выбрасывать задние ноги мастерски, и все виды коней лягаются. В природе это здорово выручало их от хищников. Первое, конечно, что можно сделать, это убежать. И это у них хорошо получалось. А если нет, тут приходит на помощь другая техника. При погоне хищник настигает свою цель обычно сзади. Лошадь не может видеть, что творится у нее за спиной. Зато она обладает прекрасным слухом и, ориентируясь на слух, быстро определяет дистанцию и в силу вступают ноги с копытами. То есть лошадь легает. Сила удара лошади задними ногами очень сильна. И иногда даже в некоторых в случаях при такой самообороне лошадь может убить нападающего на нее хищника и дальше идти по своим делам. Да и в повседневной жизни кобылицам этот прием помогает объяснить самцу, например, что он в чем-то не прав. И поэтому все, кто катался на лошадях или занимался верховой ездой, наверняка слышали от опытного инструктора фразу, что нельзя подходить к лошади сзади. Лошадь может просто испугаться и сработает природный инстинкт, который может привести к нехорошим последствиям. Еще интересная особенность лошадей также связана с ногами. Дело в том, что конечности у лошадей при длительном стоянии практически не устают, даже если они долго не ложатся. Как установили анатомы, у лошадей имеется особое устройство костей и сухожилий, благодаря чему суставы конечностей у них могут удерживаться в одном положении, а мускулы, расслабляясь, отдыхают. Такого приспособления запирать суставы конечности нет у других животных. Тем не менее, разговоры о том, что лошади могут всю жизнь провести на ногах и не ложиться, не обоснованы. В действительности, даже здоровые лошади иногда испытывают потребность полежать или покататься. А есть и такие, что вообще любят поспать лежа. А кто-то спросит, а умеют ли плавать наши любители бегать? Умеют. Лошади умеют плавать. Но нехорошо. Недалеко. Хотя это могут не все лошади. Для них очень страшно, когда копыта отрываются от дна и болтаются в свободном плавании. Им хочется обратно на берег, но некоторые любят проплыть самое некоторое время, наслаждаясь тем, что весь круг практически по голову и по уши в воде. Это расслабляет мышцы и охлаждает так сильно, как не охладить ни один шланг на мойке, когда за ними ухаживают. А в Арабских Эмиратах для своих скакунов делают даже небольшие бассейны, чтобы они не перегревались. Ученые-этологи уделяют большое внимание способности лошадей к общению и передаче информации друг другу. Где бы ни были животные, они всегда общаются между собой. В семье, в стаде животные постоянно дают знать друг другу о себе, о врагах, о найденной пище и о многом другом. Общение у животных осуществляется при помощи широкого арсенала средств. Сейчас принято говорить, что у животных есть язык звуков, жестов, поз, химический язык запахов. В определенной степени все это присуще и лошадям.
Мы часто не замечаем, какое богатство издаваемых животными звуков окружает нас и сколько разного смысла и значения вкладывают они в свои звуковые сигналы. Прислушайтесь к тихому, как бы дрожащему ржанию лошади, подзывающей отставшего жеребенка. Оно совсем не похоже на ржание, которыми общаются между собой взрослые лошади. А что со зрением? Зрение у лошади несколько уступает обонянию и слуху. Особой дальнозоркостью они не обладают. Зато в отличие от некоторых других млекопитающих, лошади обладают цветовым зрением. Как утверждают сейчас физиологи, они способны различать почти все цвета радуги. Да и немаловажный факт тот, что глаза лошади являются одними из самых больших у любого наземного млекопитающего и расположены по бокам головы. Это означает, что лошади имеют дальность обзора около 350 градусов, из которых примерно 65 приходится на бинокулярное зрение, а остальные 285 на монокулярное. Лошади – очень понятливые и послушные животные. Они хорошо поддаются обучению и четко выполняют заученные команды и нужную людям работу. Их можно научить ложиться и вставать по команде, танцевать, ходить на задних ногах, различать звуковые сигналы. Но из всех сельскохозяйственных животных лошади всегда были самыми близкими к природе. Если корове чуть ли не с рождения присуще смирение, собаке угодливость, а свинье, как и кошке, небольшое безразличие, то лошадям, особенно молодым, свойственна любовь к простору и свободе. Люди обычно радуются, когда взятые из свободного табуна лошади подчиняются воле человека и начинают трудиться на него. Но всегда ли люди задумываются над тем, что для выросшей на свободе и просторе лошади это настоящий плен и неволя? И как важно, чтобы люди помнили о том, что лошади любят свободу и не допускали при их укрощении, а затем и при использовании ненужной жестокости, и хотя бы немного уделяли своим помощникам человеческой теплоты и ласки. А лошади отплатят за это настоящей привязанностью, доверием и верной службой. Следует учитывать, что лошади любят индивидуальный подход к ним, привыкают к определенному режиму, командам и к работающими с ними людям. Хотя использование лошадей резко сократилось с начала промышленной революции, наши сердца по-прежнему бьются в унисон. Когда мы смотрим им в глаза, мы видим себя. Свобода, гармония, красота, благородство, сила, скорость – вся эта ассоциация, которая вызывает это прекрасное животное. И если вам когда-нибудь случится протянуть лошади кусочек яблока, посмотрите в ее удивительно умные и добрые глубокие прекрасные глаза. А когда вы почувствуете прикосновение к своей ладони, ее мягких, осторожных, ласковых губ, увидите, как она благодарно кивнет вам головой, сердце обязательно забьется учащенно. Может быть, мысленно вы будете подыскивать самые прекрасные слова для этого животного. Подыскивайте, найдите, а если хотите, произнесите их вслух, но можете и не говорить. А только знать, какой бы ни была лошадь внешне, это все равно гордая, пылкая, умная, прекрасная, преданная, смелая и сильное животное. И все это лошадь. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал «Планета Земля».